Жители муниципалитета, переболевшие коронавирусом, могут пройти углубленную диспансеризацию. Медицинское обследование для пациентов, прикрепленных к Одинцовской областной больнице, перенесших заболевание не менее 2 месяцев назад, проводится в поликлинике номер 1 на улице Маршала Березова, дом 3, в Одинцово. Углубленная постковидная диспансеризация поможет быстрее восстановиться и избежать тяжелых последствий. Пройти ее можно с понедельника по пятницу с 8:30 до 15:30 по предварительной записи.